Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Арзе и мод под названием Диверсант Гибрид. И в прошлой серии мы там выполнили парочку заданий, таких самых первых основных, но в этой серии у нас будет все намного интереснее, мы будем искать Майрона. Посмотрим, где у нас может находиться, и я, конечно же, знаю, где находится сам Майрон, вот я только не знаю, что будет дальше. Нам нужно убить контролера, я тут купил гранатку, вот, и снял с трупа калашик. Ну, все, что со мной интересное происходило, пока здесь бежал, я вам рассказал. Кстати, пистолет забыл. Вот теперь нам нужно попытаться убить. Давайте сохранимся. Двумя способами. Нам нужно попытаться убить контролера. Уходи отсюда, мужик. Как только я его увижу. Что такое-то? Надо убегать. Он меня почти убил, а граната его даже нету. Аптечки вообще вот эти вот, они не лечат нифига. Так, чуть-чуть. Уходи, пока цел. Где я? Да. Ладно. Давайте загрузимся. Ничего, сейчас мы его убьем. Не с первого раза получится. Так, со второго. Давайте сейчас попробуем его. Что у нас тут получилось? Давайте попробуем. Все. Надо просто было сблизи ему выпалить. Вот у нас тут рука контролера. Ух ты. Да. Вот так вот. В принципе, это было несложно. Всего лишь один патрон потратили. Ну и одну гранату, собственно. Давайте тут все заберем. Так, антибиотик. Что у нас тут еще есть? Да. Тут у нас тут есть противоэлектронные препараты. В поисках Майрона. Аккуратно. Я не хочу радиации. Откуда у нас тут радиация? Непонятно. Ладно. Нашли мы нашего Майрона. Следуйте к месту, указанному в записке. Вен за круг. Что пока, друг? Ух ты, у него тут еще что-то есть. Типичный безоар, сформировавшийся желудки контролера. Это кусок частично переваренный, сгнивший вонючей слизи ядовит, понижает многие жизненные функции, вызывает резкое отвращение всех, кто его... Всех, кто его видел. Однако ученый, возможно, знает, как превратить этот кусок дерьма в полезный артефакт и использовать... Пользуются спросом у наркоманов. Ух ты ж. Чем я его съела? Ладно. Давайте покушаем. Просто так его съел, я не знаю зачем. Ух ты ж. Убегаем. Я не буду связываться вообще ни с кем из монстров. За круг у нас. Смотрите, что у нас с экраном. Давайте уж сохранимся тогда. Пусть съели мы, съели, ладно. Так, они вроде бы от нас сейчас отстанут, наверное. Так, вон за круг. Да что такое? Тут этих монстров вообще просто огромное количество. Все монстры. Ладно, а сейчас пока дойдем до изумрудного, я вам покажу. Давайте, собственно, прочитаем саму эту записку, а то получается. Записка от Майрона. Вот черт, жук, кроме
кроме этого листка бумажки больше не на чем ноутку оставить, так что не обессудь. А, это жук это. Жук, кроме этого листка бумажки больше не на чем ноутку оставить, так что не обессудь, когда ее здесь в хроне найдешь, сразу съешь, шутка. А теперь серьезно, лучник свою часть договора выполнил, груз достал, похоже, чисто сработал. Хвоста вроде не привел, кейс я проверил, все по списку, как и договорились. Я его оставил на ВНЗ круг, как где и всегда. Можешь забирать с остальными, рассчитаемся завтра, да. Да чё за шум в ушах, сейчас я посмотрю. Все ясно, его убил, короче, контролер. Типа, вот. Он, кстати, оставил пистолет. В принципе, неплохой. Ну, к мере, получше, чем наш. Вот, и давайте активируем его. Хабар Майрона. Он находится у нас там же. В принципе. Вот, где и куда нам нужно идти, туда мы сейчас и пойдем. Ладно, давайте сейчас уже встретимся около ВНЗ круга. Так, мы подходим уже. Надо действовать аккуратно. Надо поменять вот так вот сделать. Так. Сохраниться не мешало бы. И теперь можно в путь. Так, что у нас тут? Человек у нас тут появился. Можно сохраниться на всякий случай. Так, нам нужно сейчас обыскать весь ВНЗ круг и что-то найти. Только вот что мы искать будем, я не представляю. Где мы будем искать? Вот. Какой у нас фонарик? И где мы будем искать что-то? Что-то. Ну, кейс надо найти и хабар. Ух ты, что РПК, ребята. Да-да, это РПК. Только откуда он стрелял, вот я не знаю. Чувак. Ты где? Я его не вижу. Ух ты ж. Все. Да, такой человек у нас. С РПК причем, ух ты ж. Ух ты. На РПК, конечно, это клево. Это у нас СГМ тайник, то есть это у нас тайник самого этого. Давай сохранимся по этому поводу. Да. Ничего себе, калашик неплохой. Ну и, собственно, РПК тоже. Ух, ничего себе. РПК ведь почти-почти. Калашек тоже неплохой. Да, пока потом можно будет патроны докупить. Давайте глянь, как оно заряжает. И у нас еще что-то появилось. Это у нас... Это мы нашли из ГМ тайник, но это совсем другое. То есть это не то.
то ясно. Кстати, давайте все-таки аптечку хотя бы используем. Аккуратно. Тут что-то с радиацией связано. Теперь нам нужно, собственно, найти кейс. И тайник, собственно, его тоже найти, но... Может быть, он у нас вот здесь где-то находится? Но, я думаю, нет. Можно еще, конечно, здесь немного походить. Опа-на, кейс. Да, ребята, да. И тут же у нас появляется... контроллер, ребята, да. Нам нужно его попытаться убить. Убить его можно только с помощью РПК. Да, думаю, это будет сложно. Но ничего, мы попробуем. Так. Как-то быстро нашли. Сохранимся перед этим. Кейс Майрон. Аккуратно. Да что такое? Как его можно уничтожить, ребят? Вы подскажите. Какой же он все-таки? Наверное, надо попробовать. Как по-другому. Да. Сейчас мы, короче, сделать кое-как по-другому. Это у нас урон 42, а урон 88, но дальность намного меньше. Значит, нам нужно, во-первых, принять аптечку. РПК подвел просто. Парниша подвел просто. Как так просто? Взял и... Ух, я не буду ничего говорить. Хорошо тут просто. Эй, ты где? Нам нужно каким-то образом убить его. Он мог меня обойти? Нет. Чувак, ты где? Давайте на этом месте сохранимся. Новым сейвом. Он там что, стоит, что ли, просто? Да. Прикол в том, что я не знаю, где он. За стеной, что ли, было, или... Ой, да, убить этого, конечно, будет очень сложно. Ладно, сейчас я, наверное, без записи буду пытаться убивать. А дальше уже как получится.